Воскресенье. Только что попили кофейку-чайку. Время у нас уже 11. Только что вроде завелось. Забрасывать? Кали помельче. Нагревается и перестает работать. Ну, что надо? Там какая свечка-то? Не автомобильная? Да подожди, не остыло еще. Тяму. Что еще можно? Ты поводок найди. Все сломал. Мы идем на рыбалку, но не я, а ребята, а я сопровождающее лицо. Ты хочешь все расколоть сразу, да? Прикоснуться к святому. На рыбалку он пошел. Вот, тетенька, видишь? Ну тут, сука, 5 метров. Дай мне пульку. Заряди. Я не умею этого пульку зарядить. Оп, оп. Ты в дырочку смотришь, и там куда надо. Я удлинил дистанцию. Я пока тут занесу. Кого-то. Сегодня будет жаркая ночь. Евгений, выдай патрон. Сейчас надо на речку идти с ружьем. Щупку достаешь, ее бац, на лету. Всем добрый день. Все-таки решили сходить, покидать спиннинги на реке. Что из этого получится? Не знаю, но может опять очередное какое-нибудь приключение. Даже Костя сказал, что, говорит, сам дойду. По родине, говорит,
На одной ноге могу скакать. Тут мать земля родная, она окрыляет. Вот теперь. Мы здесь не могли подняться. Только здесь. А сегодня уже лед-то, смотри какой. Вчера был беленький. А сегодня... Вот такой. Сейчас затягивает под лед. Женя, смотри, блин, он, похоже, это самое, подрезал его, он меньше стал, тоньше. Да, вон, даже вон, он прозрачный становится местами. Надо вон туда подойти, наверное. Это тоже. Мы честно, честно отметились на водоеме. Мы честно выполнили обещанный из пунктов, вышли на водоем, вот даже воблер повесился, болтается, решили что-нибудь забудить, но, увы и ах, как говорит Андрюха Третьяков, речка жаденька, ничего не дает, Евгений он пытается там кого-то спасти. Евгений, ты кого там топишь? Кого топишь там? Понял. А, чё? Или ты просто в кусты присел там, а, кричишь? Александр он ходит. Ну, мама, ну я же блогер. Контентик запиливает. Все понятно, молодец, Александр. Животные бегают. Профессор, как ваше самочувствие? Наше самочувствие самочувствуется. На родине-то ничего не болит. Ой, никогда. Ничего. И ноги ходят. Смотрите, даже не хромает. А благодаря тому, что уступает сугроб, аки по ковру идет.
Дело не в хариузе. Дело даже не в хариузе. Денька, раз и под лед, да? Че, плотненько тебе там? Вообще. А ты попробуй еще даже шаг сделать там. Умка. Панда одетая в умку. Очень внимательно смотрит. У тебя что за зацеплено-то? А, вращалочка. Махнул. Ты его не мотай сразу, подержи. Даже отпусти его, пускай там плывет куда-нибудь. Ну да, тут тоже может быть. Сидит под льдом, тащится. Вот он, обещанный ветер. Ветер поднимается. Так, а где он? О, он далеко. Чего тебе? Так, GoPro стоп идет. А мы охотники за удачей. Хоп. Мы стреляем без отдачи. Итак, кто-то у нас там есть. Но мы его не видим. Как свет копеечку. Как в копеечку куда-то попал. Белый свет, да. Ох, ох, сегодня дичь. Дичи наедимся. О, беда. Ух, шнайпер. Мимо. Ну ладно. Замочил шишку. Дождь пошел, видите? Сейчас нас всех тут замочит. Я вот дырочку где-то в небе. Что, опять тебе помогать? Дырочку. Не надеюсь, я очень сильно на нее. На веточку или не надо? Блин. Не зайка. Женя пытается подобрать
ключики к замку, которого нема. Да, он такой вот взял и бросил туда, куда ты. Ну, это специально, чтобы обловить тебя. Ты там уже приманил, можно сказать, кого-то. Все, все правильно. Если мы без лодки, то все равно по нелюбе. Тут типа ручей, что ли? Нифига себе. Неожиданный ход. Костя, важность охраны. Да, если что, сразу рубим глаз. Да, не перебить бы эту леску, блин, шнурок. Хорошее место. Перспективное. Да, не почистил только ты для заброса места. Вот такая она. Хитрая. Быстро ведешь, она не успевает. Смело, блин, смело так вообще. Если машину сюда гнать, что? Эвакуировать. Что, обратно вот так вот полем вернемся домой? Или еще пойдешь кидать? Пошли? Пошли тогда. Вдоль леса идешь, и все. Я конвоирую вас. Я сюда на машине тоже заезжал. Причем с прицепом. Да? Да? Ну, не сейчас. Сейчас. Вот если бы рыхлый был снег, то можно было бы. А сейчас, блин, он будет останавливать. Ну что, Женя, закрыл сезон? Летние рыбалки. Вот, мы, считай, спасли несколько жизней. Да, все. Проверил снасть. Запустили. Гена, Гена, да, говорит, там нам апельсины кто-то прислал. 10 штук. Каждому по 8. Как это, Чебурашка, как это по 8? По 8. Если 10, то по 5. Не знаю, не знаю, я свои 8 уже съел. Вышли мы все из народа. Эх, река, река. Да, 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 сейчас. За рыбой, за водой, за чем угодно.